На пляже Ланжерон в 100 метрах от воды прямо на песке возводится новое сооружение. Вокруг строительной площадки нет никаких обозначений. По чьей вине одесситы потеряют участок пляжа? Как объяснили нам позже, новое сооружение располагается не на песке, а на так называемой берегоукрепительной стене. В любом случае, оно преграждает проход к пляжу и закрывает вид на море. Ужасно. Мы пока еще не знаем, что это, но, наверное, это будет ужасно. Ну, теперь застроят, и море не увидишь, не подползешь. На пляже надо строить. Если мы хотим получить европейское побережье, как и во всем мире, а не склоны для бомжей и грабителей и ворюх, оно должно быть застроено, освещено и благоустроено. Тогда это будет побережье, и Одесса будет называться городом-курортом. Песок предназначен для отдыхающих. То есть прекратить стройки на песке надо однозначно. Песок предназначен для людей, для одесситов. Можно забрать у одесситов все, но нельзя у одесситов забрать море. Насколько законно подобное сооружение? Этот вопрос мы адресовали в соответствующее управление. Действительно, есть там такое строительство. Было в свое время согласована документация по проекту в виде легких форм, деревянное сооружение. На самом деле было произведено строительство, но оно не законченное. Практически капитального строения. Городской совет подал документы, подал иск, обратились в суд Приморский. Суд принял решение запретить дальнейшие монтажно-строительные работы. И действительно, строительство не ведется. Но наша съемочная группа столкнулась с рабочими, которые укладывают плитку возле нового сооружения. Они выкладывают не вход, а то, что их заставили навести там порядок по благоустройству вот на примыкающей территории, то, что они поразрывали. Угу. Это как бы они и не планировали, и проект не входил. Это не связано со строительством непосредственно самой веранды. Ресторан «Веранда» располагается вплотную к новой стройке. И именно «Веранда», решив расшириться, возводит это сооружение. Часть пляжа у одесситов уже отобрана. Столики установлены прямо на песке. Если так пойдет и дальше, к морю будут ходить не купаться, а только чтобы посидеть в кафе или ресторане. Дарья Сидоровская, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.